Дорогие товарищи, репортаж о выступлении женщин с произвольной программой на чемпионате мира любители фигурного катания смогут посмотреть сейчас, переключив свои приемники на вторую общесоюзную программу. Ну, а телезрители нашей первой программы, вы приглашаетесь в концертную студию Останкино. Вас там ждет художественный руководитель Государственного кубанского казачьего хора, народный артист РСФСР Виктор Захарченко. We'll be right back.
Добрый вечер, уважаемые зрители, и добрый вечер, уважаемые телезрители. Я очень рад, что вы пришли на творческую встречу. Конечно, трудно себе представить такую встречу без самого хора. Ибо что такое художественный руководитель без хора? Да это просто нуль. Но правда, с хором это тот нуль, который единицу делает десяткой. Я хотел, чтобы вот зрители заглянули, как говорится, вот в нашу кухню, за кулисы, что там делается, каким образом все то, так сказать, вот готовится, что потом выносится, так сказать, на широкого зрителя. Поэтому, наверное, надо будет мне немножечко рассказать об истории кубанского казачьего хора. Она, вы знаете, очень интересная и очень старая. Почему ты думаешь, что кубанский казачий хор вот где-то молодой хор? Вот так вот мы ходим у молодых. Это не совсем так, потому что кубанский казачий хор, кубанский войсковой певческий хор, вот такое точное название, был образован в 1811 году. И без перерыва его активная деятельность продолжалась до 1920 года.